И снова здравствуйте. Я вернулся из деревни домой, где я выхожу в эфир теперь с антенны ОПЕК, которая на крыше. И сегодня я решил записать короткое видео об поворотном устройстве, которое я купил и которое упоминал в видео. Это Heingain AR35X. Это поворотное устройство для легких антенн весом не более 10 кг. Но я решил, что купить БУ поворотное устройство, недорогое, для пробы мне будет достаточно. В каком состоянии оно мне пришло? Это срезанные шпильки крепления к мачте. Видимо, болты были закипевшие, поэтому их просто болгаркой срезали. Устройство несложное. Есть пульт. Давайте проверим, как это работает. И есть один негативный момент, на который я советую обращать внимание при покупке таких вещей. Резьба данных шпилек нестандартная. Ни в одном магазине крепежа и автомагазине нам не помогли с покупкой таких шпилек, которые, в общем-то, вворачиваются в корпус поворотного устройства. Сказали, что это вроде как дюймовые, американские какие-то шпильки. То есть, если вы будете покупать подобные поворотное устройство, сразу обращайте внимание, что такие шпильки и гаечки у вас должны быть в комплекте. Но можно обратиться к токарю, который по образцу, если у вас есть хотя бы одна шпилька, изготовит вам новые. Еще такой нюанс. В моей поворотке не было хомутов со скобами для верхнего крепления уже антенны. Хорошо, что у меня есть старых антенн, подходящие скобы, потому как в продаже имеющиеся в обычных магазинах крепежа идут под 8-миллиметровые отверстия, а они сюда не подходят никак. Давайте попробуем провести эксперимент, сколько эта поворотка будет крутить. Я взвесил здесь где-то около 6-7 килограмм. Пробуем. Крутит. В общем, наше новое приобретение, поворотное устройство, укомплектовано, работоспособность проверена, провод 17 метров присоединен. В ближайшее время поедем в деревню и проверим его работоспособность уже на мачте. Вот и приехал в деревню, привез поворотное устройство. Сегодня или завтра буду опускать мачту и устанавливать. Бродя по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен, над крышами домов на фоне неба бледном я вижу целый лес чернеющих антенн. Антенны, антенны на вахте стоят, обнимаю, что скажет им мир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. Я помню армии антенны полевые, приказы по войскам и песни в честь побед.
И знаю мирные антенны трудовые, антенны славные космических ракет. Антенну с мачты снял, поворотное устройство подготовил. Завтра я его поставлю на место и попробую покрутить антенной. Антенны, антенны на вахте стоят, чутко внимают, что скажет им мир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. Несут антенны нам любимых песен звуки, и вести добрые со всех земли концов. Сближают дружески протянутые руки антенны мирные над крышами домов. Антенны на вахте стоят, и чутко внимают, что скажет им мир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь мир. Ворота устройства примерил, все работает отлично. Но на этом я завершу радиосвязи с поселка Пролетарский летом 2023 года. Надеюсь, что за осень, за зиму 2023-2024 года к нам еще прибавится в радиоклубе народ. Может быть, из Мурома, из Коврова, из Иваново. А на этом пока. Пока.